Ребята, я хочу вам рассказать про интересную сказку о том, что труд и доброта помогают человеку, а лень портит человека. Знаю, зачем ты ко мне пришла. Ты свое ведерко ко мне в колодец уронила. Ведерко отдай-то я тебе отдам. Только ты зато мне 3 дня прослужишь. Я-то старик добрый. Смотри, какие у меня диковинки есть. Держу, потому что ей время еще не пришло, чтобы не замерзла она, поэтому я ее снегом и укрыл, сверху периной накрыл, чтобы ветром не сдуло, еще и сам сверху сел. Зачем ты в колодце сидишь? В колодце сижу, потому что весна уже близко, жарко становится мне, а в колодце бывает и зимой, и летом бывает. А что будет дальше, вы узнаете, прочитав эту интересную сказку.